Что имеет в виду Путин, когда говорит о цифровизации экономики? Цифровая экономика – это под этим термином понимается проникновение информационных технологий и использование перевода информационных потоков в такой цифровой вид во всех областях экономической деятельности. И действительно заговорили, даже термин такой появился – цифрофизация. Ужасно. Экономики. Звучит ужасно по-русски. Трудно это произнести. Калька с английского digitalization. Да, совершенно верно. И они просто не смогли придумать русский термин и тупо перевели. Да. Но специалисты указывают, что сама по себе цифровизация, вот это самое, переход к цифровой экономике, ничего не даст. Потому что можно перевести сырьевую экономику, ее информационные потоки, которые сопровождает ее деятельность в цифровой вид. От этого сырьевая зависимость никак не уменьшится. И, между прочим, есть разница между цифровой экономикой и информационными технологиями. Потому что информационные технологии гораздо шире. Перевод потоков информации на цифру – это только один из аспектов информационной экономики. И самое главное – это то, что для экономического прогресса необходимо прежде всего сейчас завоевать позиции в области наукоемких технологий, в сфере производства, а не в сфере там, обращения и не только в сфере средств коммуникации. Сопровождение потоков информации. А переход на цифру эту проблему никак не решает. Вот то положение в мировой экономике. То, что мы такие колоссальные средства, созданные трудом нашего населения, безвозмездно передаем западному капиталу, размещаем на мировых финансово-спекулятивных рынках. Это резко ограничивает наши возможности по инвестициям внутри страны. И бюджетная политика, которая приспосабливается к такому выводу финансовых ресурсов за рубеж, приспосабливается путем всемирного снижения государственных расходов опережающими темпами по сравнению со снижением государственных доходов. Причем экономия прежде всего касается образования и науки. И это, конечно, ведет к тому, что наиболее долгосрочные факторы, которые позволяют развивать наукоемкое производство, они ограничиваются и подрываются в нашей стране. И в этих условиях цифровизация, так называемая, это просто какой-то фантом, иллюзия, которая, даже если это осуществить, ничего не решит.